Тебе нечего бояться. Агорафобия – это лишь симптом, который ты испытываешь из-за перенесенного стресса, из-за смерти отца, из-за переезда в этот дом. С тех пор, как мы сюда въехали, я чувствую, как кто-то или что-то окружает меня. И что же это, по-твоему, призрак? Ничего я не выдумываю, ничего мне не кажется. Мне уже лучше, я вот-вот смогу выйти за порог этой двери. Если то, что ты говоришь, правда, тебе тем более нужно покинуть этот дом. Скажи, что не так! Я совсем тебя не понимаю! Те, кого пытаются вылечить от этого, испытывают похожие симптомы. Ты же не можешь верить в то, во что верю я, верно?